В столице Коми накануне Дня России 11 июня пройдет «Велоночь-2023». Праздник велосипедистов уже стал традиционным, состоится в 9-й по счету раз. Ежегодно он собирает тысячи любителей велоспорта, детей, взрослых, пенсионеров. На старт приходят семьями и трудовыми коллективами. В 2019 году участие в гонке приняли 3800 человек. После было 2 года перерыва из-за ковидных ограничений. «Велоночь» вернулась в 2022 и собрала почти 5000 велосипедистов, профессионалов и просто любителей.